О, Володя идет с сумками, это хлеб нам печет. Щукина. Не Анила Алексеевна. Вот она идет. Вот теперь идет, вот он где. Теперь появится вот здесь, вот сейчас к дому подходит. Так, все с себя снимает. Отошел пока. Угу. Поздновато уже пришел. Угу. Успеет пообедать. Вот это я тут снимаю. Так, у нас хлеба тут хватает. Это у нас что? Тыква. Вот большая тыква была. Вот мы ее уже неделю, наверное, едим. Сладкая-сладкая, как медовая. Вот так. А это... Вот сейчас покажу я, что летом мы рыбачили рыбу. Вот. А теперь вот она рыба. Показать ее, какая она рыба-то. На руке сколько помещается. Вот как креветки маленькие. Вот она где. Очень любят кошки. Вот она пришла, опали. Да. Держи. Все. Как садишься есть, они идут. Ну, по одной рыбке. Вот она рыбка на ладони лежит какая. Можно себе представить. Гальян. Но и вкусный очень. Посолили его. Володя в русской печи засушил. Ну вот так. А что мне? Где? Рыжая-то где? Рыжая, ты где? На рыбку поешь. А? Рыжая. А, вот. Нет, нету ее тут. Это Паля тут хозяйничает. Вот она, рыжая моя, на. Подожди, это Паля, не ешь. Рыжая берет. О, бери, бери, давай. Вот молодец. Это старается отнять у ней. Ну, отняла. Ну, она ей дочка, Паля-то. Ну, а маленький-то лежит, вон он у стены, один. У нее один упали. Белым называем. Почти такой неподвижный. Ну, наконец-то. Я уже думал, где ты? О! Так. Что у нас здесь есть? Это маленькие эти. Сейчас я дяде Володе отдам, быстренько засниму, на минуту одну хотя бы. Вот так. Ну, поддержи ее. Нет, мне надо показать, что я там пищу. У своей муки. Ну, как своей. Мы эту муку не делали. А вот теперь видим, что тут есть. Вот она режет эти, вот эти. Она их печет так. Еще очень вкусный хлеб. Легко размачивать его. Вот они какие. Ну, по размеру руки, видно, и по толщине. Вот она какая. И там это... Сколько таких у нас здесь? Нужно даже посмотреть. Одна. Две, три. Дальше. Четыре, пять. Ну, вот двое. Надежда Васильевна третья. Еще кто приходит, подаем.
5, 6, 7, 8, 8. Ну и вот получается 9 и 10. 10. Ну, теперь что? Я их беру и разрезаю, чтобы быстрее засушить, иначе они пропадут. Вот так, повдоль, повдоль. Раз. Второй. Сейчас я только на некоторых покажу, как. Она никогда у нас не пропадает, ни крошки. А где которые крошки, их потом в отдельную чашку или где. Три. Четыре. Вот видите как. Вот он какой. О. И вот этот вот хлеб, вот я 4, по 4 беру и сюда вот на просушку. Ну я там расставлю вертикально вдоль стенки. Вот так. Там разберусь. А сейчас мне вот это выспа. Скорее убрать. А здесь вот эти вот. Вот эта вот она такая. Она ее режет. Вот это вот. И они вот такие получаются, вот сухари. Как она их сушит, не знаю. Мы даем ей мешок муки, пол мешка ей, пол мешка нам. Я решил взять, чтобы туда не ложить, у нас еще осталось. А тут запаса-то маловато у нас. Так. Сейчас мы их завяжем и поднимем. На тот случай, если что-то случится, что они нам не напекут, чтобы у нас было. Вот что считает. Теперь это все завязываю. Вот так вот. И там повесить. Вы их показали, да? Да, вот они. Вот они все здесь. Видите, как живем? Богато мы или не богато живем? Ну, смотря почему уравнять. Если потому, что мы не голодные и можем уделять нуждающимся, а это все оторвалось вот это. Угу. То это у нас богатство. Стоп. Подождите маленько. О. Вот так. Вот так. Все. А эти я сейчас разрежу. Посушу, и у нас завтрам они уже не будут пропадать. А мешочки это отдать ей или стригали такие. Ну все, садись, я уже поел. Я вещи накрошил. Это мои помидоры, самые мелконькие. Вот остались сейчас. Вот почти уже ничего нет. Мы все раздали. Вот они какие, помидорчики-то. Сейчас я покажу. Это вот я 4 помидора на руку кладу. Ну, на что похоже? Это даже сливы больше, но они очень вкусные. Все, последнее. Там она стала, здесь спит. Это, да, вон зеленая поспевает. И на это лук. Мелконько нарезанный. Растительное масло и соль. Немного. Все. А тут суп у нас с лапшой. Вот она на рыбе. Рыбу-то съели, а теперь есть. Опа, слава Богу, садись давай. А то спрашивает, говорит, в обед-то вы еще идите. Вот мы показали чай и по одному прянику. Пряники там вверху. У нас всегда варенье есть. А эти, как только начинаю обедать, так они уже рядом сидят, ждут. Я их повадил так. Вот, это тут вверху у меня стоит рыба как раз. А здесь пониже паля дежурит. А здесь пониже рыжая. А буска у Надежды Васильевны с двумя котятками. Хорошие такие. Все, отошел.